Добрый день всем любителям игр про зомбарей. С вами Илья Рейдер Краш, вы на канале Мир ММО Игр. И у нас сегодня игрушка под названием Мертвая Родина. В общем, будем мы играть с Димонычем в эту игру вдвоем сегодня. Вот, игрушка станет доступна, по-моему, если не ошибаюсь, с завтрашнего дня. Она в Стиме появится, вы сможете ее приобрести. Вот, разрабатывается одним человеком. Собственно, ну, я думаю, ценник там будет небольшой, поэтому, в принципе, если вам нравятся зомби-выживалки, то сможете запросто протестить и поиграть ее уже с завтрашнего дня. А мы сегодня вам покажем, что за проект. Итак, я создаю сервак, Димон, ты сразу коннектся, чтобы мы успели с тобой как-то придумать, как защищаться от этих подлых зомби. Ну, хорошо, давай. Так, давайте назовем сервак Лиеро. Короче, в чем фишка игры? Мы, я так понимаю... Стартуем в каком-то рандомном месте. Ну вот, я начал. Димон должен где-то рядом сейчас появиться. Я просто не знаю, как близко он появится. У нас есть таймер дня. То есть пока день, зомби не нападают. Когда приходит ночь, зомби нападают. Пока у нас день, мы должны максимально залутываться. То есть лутаться, собирать деньги. И на эти деньги строить с помощью пробела разные укрепления. Пока, конечно, вот они в первый день у тебя укрепления недоступны. Потому что, я так понимаю, надо сначала собрать нормально денег. Идем за мной. Вот, тут, походу, сюда мы пока пойти не можем. Здесь закрыто. Надо пережить, короче, первую, я так понял, ночь. И тогда мы сможем... А, туда нельзя вообще идти. Ладно, пошли назад тогда. Надо собирать лут. Игрушка достаточно простенькая, но... О, тут можно что-то собрать, а ну. Видишь, знаки восклицания? Собирай там деньги. 138 каких-то деталей. А ну, что можно эти детали вообще построить? А что такое пробел? Пробел это строить. Там, видишь, есть оружие, улучшать можно и... Стройкой заниматься. Но пока первый день у нас мы ничего строить не можем. Оно каждым днем будет разблокироваться. Вот, вижу, у нас вообще территории очень мало пока. Нам надо первую волну отбить. Она будет достаточно простая. Главное, чтобы мы с тобой во время нападения этой волны находились за укрытием. Потому что я вот пробовал выживать просто бегая. Ну, скажем так, бегая по карте. И зомбари меня сгрызали. То есть хрен от них там нормально спасешься. А если вот за такими баррикадками прятаться, зомби агрится на баррикадке, у тебя есть шанс их расстрелять. Ну, короче, сейчас через... О, да, баррикады строить. Сейчас ночь почти уже, Алан. Да, я знаю, не парься, они сейчас в эти баррикады ударятся. Ну, то есть они на них нападут, мы их отстреляем. То есть спина к спине. Мы как в выживании. Так, Юе поворачивает камеру. Да, я знаю. Я уже это делал. Так, а машину можно сесть, кстати? Это Волга, да? Уже ночь. Да, сейчас начнется. Слушайте, вопли, зомби. А что не началось? Ночь. О, началось. Ну все, чувак. Как-то сирена врубает. Сирена, вот это потемнело. Сейчас они придут. И с ними должен быть босс, по-моему, если я не ошибаюсь. Стреляй по головам. Старайся стрелять. Типа, если прям не может... Жесть, ни хрена. А что он на баррикадку не устраивается? Так, пока легко, блин, и с другой стороны. И не нападаю даже. Я эту баррикаду буду защищать. О боже. Блин, все вроде? Так, ты сделал лазерную подсветку. Дрогнуть мышкой, типа правой нажимаешь, да. Где он, не понял. То что бьет? Не знаю. Ты что дамажит? Не понял. Что за прикол? А, все, день два, пошли. Давай купим проход. Куда покупаем проход? В какую сторону карты? Блин, где ты, где-то зомби знаю. Есть. Я могу апнуть. Я пистолет апнул себе. Не, а. Я открыл проход. Пошли. Ты как сюда открыл? Только да. Один можем открыть. За каждую ночь... Опа, зомби босс. А вот он босс. Чувак, это босс. Ты быстро склеился. Ха, когда я сам был, он сложнее убивался. Ну, потому что, видимо, один ствол был. Ладно, пошли. Это что, русская игра? Да, ребят, это игра. А если мы вместе нажимаем, я так понял, оно сбрасывает, да? У тебя поиск. Да, потому скоро будет вторая ночь. Блин, ни хрена себе дни проходят очень быстро. 10 тысяч долларов. Может, что-то построим тут? Угу.
Не знаю. А давай прямо тут построим. Смотри, какое хорошее место. Точка хорошая, да. Давай построим здесь баррикаду. Вот, а я баррикады еще строить не умею, только бочки могу строить. Что эта бочка дает? Блин, его знает, давай, ладно, еще одну. Где покупать, интересно, надо должен быть магазинчик с товаром. А фиг его знает. Боже, 27 тысяч долларов нашел. А тут мы тут не защитимся, чувак, надо быстрее, блин, надо нашу баррикадку. Как ты пистолет улучшил? А, боже, пистолет? Я 60 тысяч долларов я нашел. Блин, тут еще один проход. Блин, мы тут не можем пройти. О-о. Вон от базы, от базы. Давай под базу. Блин, баррикады бы теперь нести. Так, вот тут вот лучшее место встать. Встань, как-то немножко неудобно баррикады тебе расставлены, потому что если тут зомбари отсюда будут бежать, они на тебя пробегут по прямой. Ну все, готовься. Сейчас эту ночь выживаем, идем там строим баррикады. У меня 30 тысяч долларов есть и 157 запчастей у нас. Нам запчасти нужны, надо, чтобы открылась баррикада. Баррикада еще не открылась. Опа, кто стреляется? Кто-то плюется! Я стреляю. Нет, там плюются в нас! Зомби-плевун! А, меня почти съели! А, да плюется, зараза. Мы сдохнем. Я съеден. Да блин! Иди сюда, я раз у тебя пробую. Ты да блин, же у нас так много! Пошли нахрен, твари! Все, реснулся? Я реснулся, да, только денег нет, у меня было 100 тысяч долларов. Жесть! Там вот говорят, что надо ставить не общение, а games плюс демос. Games плюс демос, можешь поставить? Games плюс демос. Бывает там на Твиче. Я поставил общение, раздел, я не знал просто какой. Если игры нету. О, я кучу территорий этим пооткрывал. Да, давай да. Лутаться быстрее. Я поменял. Поменяй, да, и давай лутаться быстрее. Как, это и хардкорная игра, мне кажется. Хрен мы выиграем в этой игре. Это бред, ну, бред в том плане, это слишком жестко. Слишком жестко. Жалко, что в дома нельзя заходить. Так, у меня есть 43 тысячи долларов. Надо сейчас базу нормально. О, тут еще что-то есть. Как пистолет улучшил? А там, где ты пробел нажимаешь, там есть вкладка пистолета. Есть вкладка, типа, ну, стройки. Я на пистолет просто нажал и улучшил пистоль. Может, 20 тысяч долларов, мы два раза пистолет улучшим. О, давай вот тут вот сделаем базу. Стоп, смотри, хорошее место. Давай, я знаю, как мы сделаем сейчас. Так. А вот туда, это реально хорошее место для базы. Так, три. Вот, смотри, как мы сделаем здесь базу. Так. А что не могу поставить? Блин, у меня денег походу нету. А что они не ставятся? Блин, а может быть надо еще купить просто одну? А, все, я ее купил, да, все, я понял, в чем прикол, что она не ставилась. Спрашивали, красотопе еще будет? Да, там вроде бы обнова должна выйти. Как раз после обновы будет. Все. Чувак, вот тут вот, дефаемся вот тут вот. Это у тебя пули есть, а тут пули. Есть лимит на пуль? Блин, чувак, надо пули покупать. 324, да. У меня 338 пуль. Надо стволы еще апать. А, кстати, я могу апнуть. Давай апну ствол. А, не могу я апнуть. Блин, я пистолет Макарова купил, он пуль дает. Давай, больших этих сначала. Плевунов, мелкие не разрушат. Давай, я, короче, я с этой стороны, ты стой. Отбивай. Потом, все, чувак, тут будем дефаться. Хорошее место, реально. Они не могут лишь пройти. И нам нифига не страшно. Бочку убили. Опа, плевун. Вижу. Сейчас мы бочку с тобой сейчас сделаем. Сейчас я накрафчу их. Надо быстрее только территорию исследовать. Все, пошли лутаться. День. И ночь еще. Почему ночь не закончена? Она...
А, блин, последний зомбак, значит, был. Давай, я открываю еще территории. Ты только, главное, не потеряйся. Главное, запомни, где база, не потеряемся. Если потеряемся, потом хрен, блин, выживем. Так, машины, лутай. Можно в разные стороны даже разойтись. Мы, по идее, что-то новое открыли, а ну. Нет, мы новый пистолет, Дим, открыли. Да, дробаш, я ИШ купил за 40 тысяч долларов. У нас дробаш есть. Да, я вижу, 40 тысяч. Это зомбари, по идее, новые пойдут, если открыли дробовик. Не факт, оно может по дню зависит. Блин, тут реально нормально лутаться. Э, че, блин, сюда пройти не могу. Собака, этот дом не долутаю до конца. Давай сюда, там все залутал с той стороны. Там я вверх забор не перелазил. Там снизу я вроде был, а ну. Да, может. Опа, тут босс. Смотри. Они все забагивают мобы. Парик разговаривал, что там. На... Да, вижу. Опыта надо 800. Че звуки? А вон! А, босс! Ты не охренел наши баррикады тут рушить? Давай. А, скоро ночь. Вижу. Блин, как туда зайти? Нам надо, наверное, все-таки отступать, как думаешь? На базу надо идти. Я открыл еще одну территорию. Так. Я обходил труп, я тут. Все, возвращаемся на базу. Помнишь, где она? Я в тупике. Я на базу пошел. Я вернулся. А я в тупике, я труп. Роман, сорян, я труп. Давай, может, успеешь добежать, беги сюда. Я дрова сейчас возьму. Тут баррикада есть. Ну, дефайся тогда под ней. Только главное, чтобы они все на одного из нас не пошли. Нифига себе, дробаш стреляет, чувак! А что, он перезаряжается очень плохо? Ты офишься пока? Да. У меня баррикада одна. Странно, я пока никого не вижу. О, боже, сука, зомбей! На меня идут. А, блин, как вы меня грызете-то? На меня какая-то бабка огромная с баллоном идет. Я убил ее. Так. У меня база чем хорошая, один проход. Все? День, давай лутаться. Быстро лутаться. У меня еще идут. У меня все, у меня даже тихо стало. У меня босс с баллоном. Открываем. Тут база все хорошая. А, тут два захода, боже, они через второй заход не пошли просто. Мистика. Значит, тебе просто повезло, чувак. Ага. Нифига себе долго лутается это здание. 25 тысяч долларов. Ну что, можно купить? Гранаты можно купить. Я купил еще две гранаты себе и... А баррикады еще новые не открылись, ладно. Так, 47 патриков. Дробаш прикольный. Ой, это ты, ё-моё. Я пережил где сверху, ты... да. Где-то база, на которой ты был? Вот, сбоку, там, короче, гаражи все. А, нет. Нет опыта. А нет, у меня было опыта больше, что-то он исчез. Как-то меньше стало его. Очень странно. Может, что я так, драк, мне кажется, одни быстро идут. По идее, нереально, да, мне кажется, что он общий. Я хочу открыть полностью все, весь город открыть. Как интересно пройти? По идее, надо... Это наша старая, ну, это база, на которой дефался. Надо вниз куда-то идти, надо территорию новую открывать. У нас еще есть... У нас времени мало. У нас времени нифига нет. Да. А, через shift можно ускоряться, видишь? Кстати, в натуре. Выносливость снизу есть, а мы не бегали, даже не использовали. Я... Не открою. Давай на базу, наверное, уже не успеем. Давай, и бежим давай. Через shift. Тут мешки, блин, как узнать, насколько они... Блин, я разобрал мешок! О-оу. Сейчас я построю. Так. Три.
Ночь началась. Блин. Я не вижу, типа, чтобы опыт... Кстати, мы ресурс тратились. У каждого по 10 свои. О, ёлки, сука, их там. Ой, они многовато ли? Дима, отступай! А, блин! Меня съели, ты один остался. Меня съели. Блин, надо было тот заменить баррикад, мешок баррикадами. Сбоку, они Дима, второго уходи. Убили. Беги, беги, он подожжет тебя. Он базу поджег. Боже, они все позгрызали. Так, есть. А, надо идем что-то быстро открывать. Ну, у нас денег ни хрена нету. Жаль просто. У меня 1600 есть. 1600 идем в бок, наверх. Направо-то, типа. С базы снизу и потом направо вверх. Я вниз. Я открываю территорию. Да? Я уже открыл территорию новую. Ладно, я тоже это открываю новую. Давай, ты лутай оттуда, возвращаемся, встречаемся на базе. Быстрее залутывать будем. Опа! А тут замочки уже. Все, я дошел до края территории, походу. Дом. Дай. Вообще ничего нету. Еще открыл территорию. Вау, че зомби за мной бегут? Не берутся, я так понимаю. Они рандомно. Ну, оп, тут надо еще сюда проверить. Так. Блин, а ты знаешь, что баррикад на новый построить? У меня 75 всего лишь механических частей, у тебя? 324. Ну, ты можешь построить, что хочешь. А ну, что-то новое появилось? Блин, не появилось. Блин! Что там у тебя? Меня поджег пост. Куда залезть? Я возвращаюсь на базу, чувак, у нас. Давай. Я не помню, где база. А вот она, походу. Так, веду тоже на базу. Надо баррикады быстро построить. Строить молоточками как это делать? Пробелы выбираешь, там покупаешь сначала две или три баррикадки и потом их ставишь. Ну, на ходке она у тебя появляется. Блин, где база? А, понял. База. Так, я куплю тогда бочку одну. Там сбоку, да, поставь больше. Я больше нету. Оп. Началось, Алан. Я понял, я бочку поставлю. Две куплю бочки. А чтобы было видно вот так вот. Вот, как оружие бочки. Выбрать? Как оружие выбрать? На каком слоте у тебя было? Ну, чувак, они ломают уже. Вижу. Блин, да чего такие дикие, Блин, тварь, кислотник. Так, все. Ишь уже не используешь или ишь потерялся? Он, не, он у меня есть. Просто проблема в том, что он для... Когда на близком расстоянии большая куча прибегает, он тогда эффективный. Огневик. А если ты издалека стреляешь, как я по зомбарям, он неэффективный. Он два заряда всего имеет в этом, в обойме. Так. Я даже не вижу, что там баррикад осталось из-за крови. Да вообще, если какая гора зомбарей, они может перелазить будут сейчас. О, что-то новое открылось у нас. Колючая проволока, чувак. Я покупаю колючую... Ах, топ, я покупаю. Блин, ни хрена я не бегу, дальше, пока у нас день. Давай-давай, лутаться. Ну, у меня 2000 опыта. Открывай что-нибудь. Встретимся на базе, короче. А тут нельзя уже, да, все. А, вот, ты же что, убирал, бегу с тобой. Я открыл. Я еще гаражный кооператив открою. Давай-давай, я в эту сторону. Вот я это. Залутаю. А, это сверху было, чуть не понял. Боже, так оно проходы открывает только, ёпарная бать. Оно не зону открывает, а проходы. Ты что-то нашел новое? Я вообще ничего. Снизу это три замка.
А это, походу, либо когда мы полностью зону откроем, оно сектор откроет, либо как-то по-другому надо открывать. Их вы знаешь. Там внизу, походу, три замка. Это край карты. Так, у нас времени нет. Мы ни хрена не залутали. О, автобус, микроавтобус. Так, лутаю. 63. Чувак, всего открыл. Лишь 63, это капец. На базу, наверное, нужно идти, Аван, на базу нужно, наверное, идти. Залутываем машину. Пошли на базу. Не Давай. Успеем. Я не могу бежать, у меня стамины нет вообще. Вниз, а потом сразу на первый поворот. Не, я знаю, где, но я бежать не могу, стамины вообще нет. Сейчас я побегу, я хочу раз на тючу. Я вижу. Вот наша база, бочки горят. Так, следующий поворот. Следующий поворот, наша база, вот наша база. У нас все в кровище. Я добежал. Я тоже добежал. Блин, нам надо еще одну такую базу где-то делать. Бам-бам-бам-бам-бам. Ладно. Я колючую проволоку сверху поставил. А может надо было перед ними на самое начало прям ставить? Не знаю, я поставил, как на времени не было идти еще перед ними. Ой, блин! Патроны главное покупай. Чувак, сейчас это барбекан. А вот черный зомбак. Зомбак, походу, отрвется сейчас. Черный. Я тебя не убью, интересно, если реакция. О, блин, они меня уже бьют, они пробили одну баррикаду. Понял. Блин, ни хрена вообще непонятно. Ни хрена здесь не ясно, сколько прочки у этих баррикад осталось. Трупов дофига просто. Пора меня бить, твари. О, большой. Тварь какая-то черная. Все? Да, день начался, пошли. Бежим. А может вверх, стой, давай я быстро... Я баррикады пока новые поставлю. Давай. О, давай их вынесем, стой, давай я их выкину сейчас, стой. Я зомбарей сейчас очищу здесь. А, блин. Чуть меня не убил. Что мы открыли там? Мы открыли, я так и не понял, что. Побежали. У нас времени не так много. Боже мой. Я вверх пошел защищать, пока искать, может, что найду. Давай. О, нашел дом. Так, деньги. Блин, 2000 долларов, серьезно? Так мало. У нас патроны закончатся, я смотрю, с таким раскладом. Ну, еще на один раз мне хватит патронов. Сто сорок шесть металла нашел, очень дофига. Это очень офигенно. Ого, а я нашел 14 тысяч долларов. Все, зашибись, сколько там? Блин, время мало. Мы кратеры, мы открыли кратеры. Блин, стреляй! Ты че, дурак, ты че делаешь? Нашел еще дальний верх, не проходим, надо в другом месте эту базу сейчас будет сделать. Откуда зомби начинают идти? Мы не успеем разведать здесь такое дальше. Блин, ой-ой-ой. Да, побежали на базу, побежали на базу. Я бегу на базу, но мне походу осталось. Конец, я очень далеко. Я походу не успеваю уже. Ладно, идем по-медленному, шифтанем в конце. Днем в конце. Ну что, ты че? Я успел, я в атрону на базу захожу. Я успел до ночи. Все, я на базе. Есть, успел тоже. Так, даже еще было чуть времени. Нет, ты уже надо на вторую палочку ночью пришел. А чем фиолетово через баррикады пробегают? Чувак! Они сейчас прорвут эту баррикаду, судя по... Эта баррикада долго не продержится. Помогаю тебе. Блин, ну мы пока отбиваемся. Ну все, чувак, следующую ночь эта баррикада не выдержит. Я его укреплю. Так,
Может, в другом месте сделаем базу, забьем на эту, остальные, может, не будем укреплять? Давай в другом месте. У тебя есть ресурсы? Да, 200 штук, нам хватит. Ну, идем, идем, папа. Пошли в другую сторону, в самый угол карты, вверх, верхний угол идем. Там сейчас найдем место, давай, забьемся в угол и будем там дефаться. Надо пули еще купить, у меня 3 пули осталось. Вверх, вверх идем туда. 20 тысяч долларов тебе нужно для пуль. У меня есть 50, мне хватит. А, так. То можешь апнуть. О, калаш появился, 80 тысяч он стоит, чувак. Калаш 80 тысяч стоит, блин. Деньги такие, где раздобыть, я не знаю. Вот это, давай это откроем. А ну стоп. Мы там были. Пофиг, открываем. Вот, 5 тысяч. Сделаем мы тут базу или где? Не-не-не, выше еще сделаем, тут нет смысла. Тут мы все открывали, идем вверх сейчас. Блин, стамины нету. Это край карты вроде бы. Тут сюда. И надо вверх самый, да, ты оббегай, правильно, я с этой стороны обойду. Нам нужно базу делать. Ты где? Иду, я сейчас бегаю, блин, я пошел походу по дальней стороне. Иди вверх. Я иду за тобой сейчас. По правой стороне вверх. Сейчас будет ночь. Я понял, бегу за тобой. Надо должно строиться. Мы ищи. Не, еще есть время, не парься, есть, оно же быстро строится. Ищи место. Давай, пока. где вот? Дальше. Нашел, тут открытое. Не, секунду, ищи где-то. У нас времени нет. А есть еще время, стой. Давай сюда, со мной. Сейчас построим. А, это нельзя, все вниз тогда. Нет, давай опыта. Сюда. Вот тут сейчас, сделаем-то тут. Да, бля, тут тоже нельзя пройти. Давай. Твою мать, тут нельзя пройти никуда. Ну все, мы трупы, я говорил, что у нас нет времени. Давай сюда, ладно, давай сюда. В огород, видишь этот огород? Детские качели. Давай быстрее. Строим. Так, я баррикады покупаю, 2. Все, так, где она? Одна тут. Не, дофига, вот с этой стороны вот так, я не могу, да, вот там вот закрывайся. Ты эту держишь, я ту держу, сторону. Так, 2 баррикады. 4. Блин, а мы сами отсюда выйдем? Они потом? С той стороны все ломанулись, там немало баррикад. Я понял. Ёлки! У меня гранаты есть, если что. Уже бы кинул гранату лучше. А я не знаю, как кидать ее. А я не знаю, как кинуть. Тройка, четверка, пятерка. Чувак, помогай. Она у меня на 5-м слоту, но я кинуть не могу. Они там проломают сейчас все. А там одна только баррикада? Там, чувак. Да, у меня не было ресов больше. Блин, я верхних остановлю, добивай, бей пока тех. Тут три баррикады, тут три баррикады. Там киллются еще. Они прошли сверху, они прошли сверху. Еще с другой стороны тоже. А пофиг с той стороны. Верхних останавливали, больших этих. А блин, отвали от меня, тварь. Тут 2 баррикады, они не пробьют. Сверху прошли. Там пробили, а там 3. Тут все, баррикады 3 пробили. Меня плюется, гад. Все, здесь нормально. Там внизу удержим. Там внизу удержать. Так, тут надо новый поставить, да? Деньги есть? Нету денег. Ладно, давай 4 поставим тогда. Идем мутаться пока у нас. Сейчас, секунду. Что такое будет? 1300 сверху проход. Блин, я купить могу что-то? 50 стоит баррикады. Сколько стоит проход, говоришь? Блин, у меня пуль нету. Я сделал сверху проход. Деньги потратил. Я еще один проход открыл. Ну мы не выживем сейчас, все. Тут край карты с правой стороны. Мы не выживем в этот раз. Денег нету, похоже, чтобы строить баррикады. Как мне 9, у меня тупо денег, дофига, в механизмов, нифига. Я нашел на баррикады. 80 тысяч есть? 50 тысяч. Не, 50. Это нельзя открыть. Что, жопа, еще 6 тысяч долларов. Возвращаемся до туда. У нас выбора все равно нет, лучше там, чем... У тебя сколько шестеренок есть? То она 2 баррикады всего. Ставь 2 баррикады сверху. Сбоку я там что-то поставил. Блин. Давай, беги. Ставь. Седу, найду. Вот он. Блин, я чуть не могу найти. Ты что, баррикады снесли? А, да, сверху снесли. Ставь сверху баррикады. Такие доставь.
Но колючки, за колючками их, вот так достать, вот так. Ой, блин, там с той стороны. А мы вниз не закрыли, я не знаю, чем закрыть. Не, там, тут закрыто, а тут нечем, все, у меня нету шестеренок, у меня 49 только. Ну все, нам капец снизу, нам капец. Давай встать отсюда. Блин, нет, давай я наверх. Блин, они еще отсюда пошли. Давай, может, туда вверх. Блин! Они обходят через низ, а он. Как гранаты-то кидать? Не знаю. Они в тебя стреляют, блин. Твари. Сзади! Вижу. Больше они так бегут. Уходим. Отступаем, уходим. А-а-а! О, утецкий. Ты чувак, серьезно что ли? Это сейчас. Беги, я не знаю куда, беги. Какой в жопу утецкий. Зона закрыта. Там снизу зона, блин, если сверху закрыта зона, нам жопа. Понимаю. Отбегай, отбегай. Меня плюются. Да я вижу. Меня самим нет. Я пытаюсь их отстреливать. Вверх, бежим вверх лучше. Меня убили. Попали плевуной. Да блин, твари. Там зона закрыта у тебя с той стороны. Да я вижу. Вниз и возвращайся. Да блин, нельзя целиться. Целиться бегать немножко. У меня пули кончились. Нет. Где дробаш? Дробаш? А чё дробаша нету? Закрытая зона. У меня пуль нету. Сука. Надо купить быстро через пробел. Сейчас я ни хрена не вижу, не понимаю, куда бежать. Сука. Семерка Лера-сан, Лера-сан. Смертельная ошибка. Ошибка. Что, все? Давай еще раз. Да, все, блин, я так понимаю. Как вообще здесь выжить? Надо, собираем деньги на калаши, чувак. Это беспонт, что мы покупали. Так мне в первый день повезло, я поднял 40 тысяч долларов, а потом я сдох и потерял их. Ты 40 тысяч просто двух лутов поднял. Или давай еще раз, я создаю сервак. Сейчас все пройдем. Просто неизвестно, ли можно вообще это пройти. Там, по идее, надо открыть. Видишь, там куда-то карта вверх уходит. Так, я создаю сервак. А, присоединяйся быстрее, я иду пока лутать начинаю с них. Так, присоединяюсь. Делаем базу в центре, наверное, карты. Ах, тебе особо надо понять, где центр карты. Да присоединяйся, может. Что ты не присоединяешься? Присоединился? То есть рак даже не вижу сейчас. Нажал присоединиться, но оно не присоединилось. Тоже 30 тысяч долларов у меня есть. Я не могу к тебе присоединиться. А ну сейчас я пересоздам тогда. Не можешь? Я просто, ты исчез просто даже с выбора серваков. Ты был как сервак, я пытался войти к тебе, нажал несколько раз присоединиться. Ничего не произошло, и ты исчез. Так. Назад, как выйти, выход. Так, создать сервер. Мой сервер. Лиеро 1 пускай будет. Создал сервер. Не создал, подожди. Пробел нельзя, что ли, использовать? Сейчас вижу ли я сам сервер какой-то. Подожди, так нет сервера, я не создал же. Так, что-то я не понял, секунду, что ну. Да, перезайду полностью в игру. Она выходит, насколько я понимаю, завтра или послезавтра, да? Угу. Блин, мы так долго выживали, 9 дней. Создать сервер. На самом деле, это все это на время, там главное лутаться, самое главное. Самое главное, да, быстро. Мы не знали, что бегать можно, на третий день только узнали. Так, создал сервак, пробуй присоединяться быстрее. Пробуй. Да. Нажимаю. Может, в игру надо просто было бы перезайти. А, все, ну, гружусь. Лутай их можно больше, все, что видишь, лутай. Быстрее, чувак. Время это наш главный враг. 200 мы все залутали. Этих получил. Нет, тут еще есть. А, тут не зайти, ничего себе. Так, короче, у меня 322 шестеренки. Не, ну это хардкорно. Это вызов. Закрыт, типа, не да, все, нам надо первый день. Ну все, мы залутали все, что могли.
Идем на базу. Ты понял, снизу у нас край карты, грубо говоря. Ну, край сектора. То есть нам ты надо куда-то вверх двигаться. Надо просто запоминать, где наша база примерно расположена. Так, я на этой буду, типа, баррикадки, ты на второй. У нас третьей же нет, третьего входа, ну. Да, все, тогда на двух баррикадках. А Христон, можно еще вот сюда, походу, пойти полутаться. А, нет, нельзя, все, понял. Ну все, короче, ждем. Первый день. Так, строить что-то можно? Макаров. Ну, у меня 222 патрона, значит, деньги на Макаров не тратим. Пока все нормально. Блин, коллаж бы открыть пораньше. Коллаж было бы вообще топово, если бы открыли. Раз прикольно бегает персонаж. Ну, на самом деле, это, знаешь, это, типа, похоже на какой-то алиен-шутер, типа того. Угу. Только зомбаря так, вот так делаем. Так, отойти чуть. Когда ты целишься, когда ты передвигаться не можешь, когда ты... Вот, если это? Так, видите... Ну, я зрительно подумаю, что... Ты зато убиваешь быстрее. Если ты вот, типа, не целишься, то можешь ходить. Если ты начнешь целиться, все, ты ходить уже не можешь. Я пошли зомби, у меня пусто. Да, мне опять. Ну, ты жди, я не приду сейчас. Я пока этих отстреливаю, ты тех отстреливаю. Да, но опыт у нас делится, как будто. Ты зомби убиваешь, я получаю опыт. Ну, а, мне бежит первые. Босс я должен быть, смотри. Не, о, босс у меня. Да, у меня походу нет, первая ночь кончилась, мне кажется. Ты чё, тварь? Да блин, да какого хрена, ты её убить-то не можешь. Пипец, меня один зомби сгрыз, я в него стрелял, попасть не мог. Ты умер? Да, меня один зомби сгрыз, я попасть в него не мог. И? Жесть, видали? Как он меня сгрыз. Ты выжил? Не, я мертв. Сейчас, ну сейчас я реснуться должен. Где-то еще зомбак есть. Все, я реснулся. У меня. И у меня, все, я реснулся. Я пошел открывать. Я нижнюю часть, Дим, открываю, нижнюю зону. Я верхнюю. А ты уже открыл, все, я не открыл. Могу потратить деньги. А что у нас, типа, вместе я верх открыл? Да. Странно, у нас деньги разные, но при этом все остальное выходит общее. А, у меня денег нету, я потерял все деньги. Это да, умирать нельзя. И 300, чтобы ты понимал, я потерял 300 баррикадок. Пипец, это лажа. И так тупо. У меня есть 400 баррикадок. А так тупо я умер, это трындец. Просто по тупости умер. И в зомбаря опасть не мог. Стрелял, 12 тысяч, неплохо. Так вот не откроем. Все, по сути, мы все утонули. Можно здесь баррикады построить где-то. Я когда лутаюсь, кстати, тебе деньги даются? Нет, вроде бы. Опыт давали за зомбаков. Ну что, шестеренок. Может, где-то сделаем базу? Так она у нас рядом там есть, зачем у нас вот тут животное. Просто смысл деньги на соседнюю точку тратить. У нас же тут база. Держимся пока тут. Патрики есть. Там снизу будешь дефнуть или там поломали уже? А, тебя сбоку сгрызли по теории, да? Да. Ждем пока. Надо это денег на зону открыть. Знаешь, на самом деле для одного разработчика неплохо игра сделана. Ну да. Многие студии в несколько человек, блин, не могут сделать такие. Конечно, возможно, сделано с ассетов, хрен его знает, но... И Актурель. Пип. Так, ночь. Интересно, эти ворота можно закрывать, а ну стоять? Блин, ворота, походу, нельзя закрывать, жалко. Так, ну этих мы сейчас убьем зомбарей, тут не проблема. Я в этот раз выходить не буду. Копа убили. У зомби копа. У меня пока чисто. А ты ж крыса. О, вон. Ты ж плеваться он тут думал. Они, короче, так понимаю, с моей стороны сначала идут, потом с твоей. Ну, вот, с моей пошли. Мне одной пули хватает прицельно, чтобы убить зомби. Угу. У меня два плевана было, я уже их разбил. Так. Сколько там 200 патрика? Хватит бить баррикады. Неплохо. Как узнать, сколько прочка у баррикады? Понятия не имею. Потому что, блин, понимать бы, когда она развалится, хоть примерно.
А то она так, блин, неожиданно разваливается, и на тебя просто толпа набегает, ты охреневаешь. Все, пошли? Да, пошли, пошли. Я бок открываю, тут около гаража прям бок. Я открыл уже какой-то бок, не знаю, тот, не тот. Я тоже, мы потратили все. Все, лутай, все, ты ту зуму, ну, я эту лутаю, давай. Ты это все залутал, да? Нет, еще лутаю. Кстати, база смотрите... есть, тут база есть, можем сюда переехать, тут база выше есть там. Прямо проходы защищены баррикадами. Плюс двинемся вверх, пойдем. Если бы я не ступил, у меня бы уже 110 тысяч долларов было. И? Угу. Так, где там? Иди вверх ко мне. Да, иду, иду. А еще куда-то там, там база, там есть. Вот видишь, вот, вот смотри, это база зеленая. Я здесь пройти не могу, чувак, я пошел в обход. В обход иди. Через базу нашу пройди, да, просто. Да, так и делаем. Там, где я стоял. Жесть, тут столько этих трупов. Как ты бы этих трупов раскидать? Тут дофига, чувак, вообще бас. Ты знаешь, вот половину зон, они готовы для дефа уже заранее. Смотри, вот смотри, это одна зона, смотри. Ну, она небезопасна, я бы здесь не советовал. Ну, это было, дефа, это пацан. Была та зона, когда смотри, мы идем, 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 я тебе покажу. Вот, вот эта зона идеальна для дефа, вот это. Вот, смотри, тут один, тут второй стоит сверху, видишь? А там тупик, все, два прохода всего. Ну, да. Нормально же, да? А снизу точно нету ничего? Я ничего не видел. Да, ну стой. Надо тут все забор. Ну все, хорошо, стоим. Идеально, да если бы с одной стороны найти это место, где один проход только. Да мы там запросто могли дефаться. Возвращаемся. Так, открываем вверх потом, да? Давай вообще-то не тратить деньги на эти, на баррикады. Ну пока. Будем выживать с помощью тех баз, которые есть. А будем оставлять свои деньги, я на калаш хочу. Первые... Оставить. Первые 3-4 дня можно реально на таких базах переживать. Тут знаешь, фигово, я из-за дома не вижу, там эти зомби будут идти. Это лажа. Опа! Да ладно, ты еще плюешь через стены? А так можно? А он через стены плюет, он не может опасть. Если он стены сл... Блин, сколько у вас так много? Ребята, у вас не... пацаны, а вас немного? Да ладно! Как ты меня проплюнул? Надо этого урода убить. А! Блин. Они бегут опять, блин, этот урод плюет тут. Еду сейчас грохну. Все, грохнули. День начался, пошли вверх открывать. Да, я зомби не вижу. А где тут следующий проход был? Не знаю, надо смотреть. Открываю. На 700 опыта осталось. Блин, 3000 долларов, серьезно, так мало? У меня 700 шестеренок, а у тебя? У меня 130. Ты набрал 700 или... Я тут... Может, после моей смерти они тебе переходят? Или нет? Не, у меня было 300 в начале, когда... Ну, ты когда умер, я не знаю, они перешли, нет, я не смотрел. Так, ну... 33 тысячи долларов у меня. Я патроны экономлю, я просто выцеливаю. У меня 110 тысяч долларов. Я сказал, что можешь купить. Подожди, надо открыть. У меня 44. Две волны так, еще. Куда дальше идем? Секунду, я хочу посмотреть, тут что-то еще есть. На 700 еще опыта, если дешевая зона есть, можем пройти. Залутанный. Так, 125 тысяч долларов у меня есть. Так, и возвращаясь назад. Там, правда, баррикаду надо купить, наверное, мою. Ее слишком накоцали. Она, по идее, долго не простоит, чтобы мы сейчас просто не проиграли. Мне сейчас вообще нельзя умирать. 125 тысяч потеряю, если умру. 125 тысяч, чувак. Я вообще... проход дальше открыл, 400 в бок. Потом залутаем уже, думаю, не успею. А тут база, походу... А, нет, не готова. Блин, ладно. Так, я куплю... Надо почистить все. Давай. Давайте, раз. Мне надо видеть, кому я стреляю. О, 13 тысяч долларов нашел. Бегу обратно. Да. Эти, блин, зомбарей таскаю просто по всей... Так, я сейчас расчищу себе проход. Нафиг. Ты что-то сделал тут? Баррикаду? Здесь я сейчас как раз ставлю. Окей, все, я готов. У меня 160 патронов, я еще готов.
А ты через прицел, типа, жахай их. Ну да, можно так. Ты там себе поставил? Я баррикадку вторую поставил. А, ладно, оставлю пока у себя ее. На всякий пожарный. Все, я готов. Так, я у меня 146 патриков. Должно хватить на эту ночь. А дальше буду 160. Покупать. Дальше буду покупать. А, дробаш не покупаю, он не очень прикольный. Ну, как я заметил. На калаш можно поставить. У меня пока тишина. Пошли у тебя. Я немножко неудачно поставил, хотя эту штуку. А, у меня, да, у меня пошли. Ого, идет газовщик. Еще один газовщик идет. А ты не смотрел, ты как перетряешься, патроны уходят или нет? А, блин! Ну, типа, зарядка как в реале или как в шутерах. А, не обращал внимания. А, блин, убей его, что с ним не так? А, так. По-моему, там. Все вроде. Пошли слютаться. Пошли, пошли, день начался. А я там в правую сторону. Давай, да, пошли. Я тоже хочу выйти не могу. А я выйти не могу тоже. А, вот что тут. Тут я, короче, с правой стороны открыл. Там зону еще не лутал. Так, можно эти домики залутать за 1000. Стоит ли открывать за 1000, не знаю. Ладно, пока не открываю. Я вот эту зону открыл, и ты еще не лутал. И там я деньги оставил, пока... Можно будет что-то открыть. Ну, опыт. А тут есть еще, смотри. Вот тут, давай это откроем. Давай. Это, правда, далеко от нашей базы. Нам либо я базу так... менять. И тут еще можно открыть. На базу сейчас новую, наверное, будет сделать. У меня 800. 28 тысяч долларов нашел. С детский сад нашел, там, где мы дефались. Вот он, здесь у меня. Давай в него залезем, так, эту ночь переживем тут. А на чем проблема с детского сада? Как мы выйдем? Тупой детский сад, забей, не, да, не берем. Правда. Надо искать тут другое место. У меня 180 тысяч долларов, только, блин. Ну, главное не загнуться, он. Ну, сам видишь. Давай, наверное, либо строим что-то, либо отступаем. Ищи какое-то место, где можно забиться в угол. Нам здесь в лучшее угол место детский сад. Здесь лучше детский сад, а мы не успеем сейчас сделать. Ну, давай на детский сад, ладно. С одной стороны, одну сторону оставляем открытой. Так, давай, что делать в детском саду, еще бы я знал. Блин, ладно, я вверх закрываю. Мне чуйка, что они отсюда пойдут. А потом выйти еще будет, мы там не пройдем через баррикады. А, нет, тут не закрывай, одну баррикаду оставь полностью. Вот тут оставь, сбоку я просто тут... так поставь, вот так вот, да, не, да вот так, вот так, вот так, поставлю, вот так, все. Все, да. Теперь дефаемся. Ну, дефаем. Так, я пули себе куплю. Сука, на 20 тысяч долларов. Как гранаты кидать? Ручные гранаты, высокий урон по области, 5 штук. Давай куплю гранаты и куплю это. Почему гранаты не могу кидать? Вот я 3 беру гранату, и почему она не кидается? О, кинул гранату. Я так понял, что не так много. Видал? Смотри. Ой, блин. Ага, там зомби убиваю лучше. А я кидаю по ним гранаты. Так, ладно. Как они стоили? 5005 гранат. Так, я проверю наши баррикады. Чувак, 5005 гранат, это даже, наверное, выгоднее, чем Патрики. Хрен знает. Сколько Патриков дают за эти деньги? 120, по-моему. За 20 тысяч. Босса не выбили, Аван. Босс сейчас баррикаду проломит. 120 дается, смотри, по Патрикам дается 120 штук за 20 тысяч. То есть, грубо говоря, пошли лутаться дальше. За 120 патриков, за 20 тысяч, ты получается один патрик. Там тупик дальше. Ну, наверх. Ну, короче, мне кажется, выгоднее. Открывай. О, этот гараж. Может, дать тебе денег, потому что у меня 166 тысяч уже. У меня 100 тысяч. А, ну все, тогда у нас калаш появился. Сейчас главное калаш, блин. Там 1600 вверх пройти. А у нас сколько? У нас 700. Калаш что-то покупать? Я не знаю, ли есть. У меня 500 шестеренок. Где будем дальше? Еще одна ночь. У меня 102 тысячи, главное, чтобы зомби не загрызли, а то будет обидно. Если зомби загрызут, будет жопа полная. Ну да, мы так, блин, долго. Блин, тут нельзя. Не хватит. Возвращай. А вверх есть проход? Тоже нет, блин. Ну тут детский сад вот. Что, остаемся в детском саду? Честно говоря, такое себе место.
Ну да, место хреново, мы там... Идем лучше назад тогда вернемся, на ту базу. Ты помнишь, где она? А там уже ничего не укрепляли. Я не знаю, куда идти, Иван, если честно. А ты сейчас, ты видишь, где я? Я по звуку слушаю, снизу меня. Вот. Вот, пошли нам туда. Просто детский сад тоже развалится, там две баррикады уже не стоят. О, смотри, что тут есть. А, ну может, и не залутаем. Еще надо открывать двери. Давай, может, тут, давай тут базу сделаем. А, блин, открывай. У нас хватит еще опыта, нам нужно еще зомби убить. Ну вот, наша база вот эта должна была быть следующая. Вот. Можем в левую сторону пойти после этого. Вот это наша база, вот наша база. Давай ее еще. У меня две баррикады. Да, у меня тоже там две. Давай баррикады. Тут пока останемся, потом в левую сторону пойдем после следующей ночи. Все, нормально, вот здесь они вряд ли пробьют. Так, по Патрикам у меня 150. У меня калаш 100 патронов. В следующей ночи калаш можно будет купить. 180 тысяч. Ну, давай. У меня 100 патронов, я думаю, этого хватит. У меня 150. Я. Это остается детским садом на продленке. Ну, типа того. Детский сад у меня на самом деле хренов для защиты. Там, ну, мы думали, что я думал, что этот садик будет хорош, но там реально три дыры, плюс очень далеко друг от друга. Неудобно держать оборону. А кто трупы зомбарей позабирал, кстати? Я только сейчас заметил, что трупы еще. Уборщики. Ё-моё, как это полетел. Если будет много, кричи, потому что у меня пока чуть не очень много. Ой, блин, а вот теперь у меня много. У меня проблема, я буду больше с патронами. Чувак, посмотри, сколько зомбарей с моей стороны. Я Патрика хватит, что я патроны не покупал. Купить можешь через пробел хоть сейчас. Если вдруг хочется. Пока баррикады у тебя есть. Опа! Ой, они обошли. Там большие. А ты, чувак, здесь хорошая база, кстати. Ты видишь, они тупят. Эти плевуны тупят, они не могут нам ничего сделать. Так, там же мне мою базу атакуют. Опа, они баррикаду первую пробили мою. У меня пока целая. Так, пошли. У меня 42 патрона, пошли. А я не могу, блин, пройти. Ладно, иду через твою. Идем, что в левую сторону, у нее там просто мы еще не лутали. Там, да, походу, да. Можно полутать. Беги по дороге в левую сторону. Бегу. Так, я открываю за 1000. Блин, калаш не открылся, нифига, Иван. Значит, следующий. Он должен вот-вот открыться. Это можно еще. А, вот машина. У меня 6 шестеренок. У меня 245 пока. Так, куда дальше? Так, что это? Полицейский участок. Может, калаш дадут? А, хрен тебе. $2000 полицейских. Это какая карта? Лутай. Да, лутаю. Так. У меня 700 уже шестеренок. У меня 245. Тут два подъезда, кстати, лутабельных. $8000. $4000. Там еще это все здание лутабельное, нифига себе. Еще $5000. Надо возвращаться скоро. Да, согласен. У нас не хватит стамины, если пойдем. Что делаем? Возвращаться. Блин, тут. А карта небольшая на самом деле. Мы уже. Мы это все уже разведывали. Мы только вверх, самый верх не шли. Там очень дорого. Не, ну так, я думаю, что когда мы все зоны откроем, по идее новый сектор появится, мне кажется. О, вот тут что-то можно залутать. Мы это еще не лутали. Идем на базу быстрее, мы опаздываем. Бегу. 122 шестеренки, прикинь. 300. Беги, прямо я догоню тебя. Да я пытаюсь. 15 тысяч. Там направо сейчас, да? Сюда, да, вот сюда. И сейчас пробежать чуть-чуть. У меня $150 000. У меня 203 тысячи. Так, где-то вот тут вот наша база, вот тут должна быть. Вот, наш забор зеленый, это все, заходить все надо. Да, я поставлю еще баррикаду. Да. Так, я куплю, наверное, Патриков. А, я, блин, калаш не могу. Я Патриков, наверное, на пистолет себе куплю еще. Так, а ну что, блин, как твари забрать? Началось. Ладно, покупаем Патрики. Сейчас должен будет быть калаш. Я тоже Патрики покупаю, потому что у меня. А мы когда Патрики, мало. Чувак, покупаем, у нас в обойме почему-то. У меня 16 Патриков уже в обойме доступно. Да, не, это как бы баг такой. Оно при покупке 16 дает в обойму. Ага. А потом, типа, ты не можешь притратить до 8, пока не надо уходит. Будет разработчику написать. А что есть? Ой, блин! Они пробили у меня первую баррикаду! Очень много их. У меня пока там. И ты три бы сделал, не жался бы на баррикады у нас. Деньги на руках дофига, а баррикад, блин, тоже очков много. Если баррикаду пробьют, то будет жопа, потому что у меня баррикад там дофига. Я сейчас поставлю.
Да блин. Сейчас сверх надо будет идти в этот раз. Секунду, я это все говно разгребу. Тут посмотри, что там делается. Пошли, пошли вверх тогда. Давай наверх пойдем. Иди, 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 я тебя догоню, я хочу баррикаду поставить. Я пошел наверх. В основном, чтобы потом мы лутать могли, потому что если у нас очки общие на опыт, 2000 опыта все. Я так само, когда мы шли, только я наверх поворачиваю, сейчас они на низ. Давай, пошли. Давай. Еще я поставить не могу, не могу понять. 1300 опыта, подъем наверх. Стоил. 6000 долларов. Так, я иду. Вот так, все, хрен вам нарыло, твари. Боже, 150 тысяч долларов у меня на руках. А калаш не появился? Почему калаш не открыл? Нет, блин, не знаю, калаш не появился еще. Так, я там баррикад себе настроил. Должно хватить пойти. Ты пошел вверх, да, куда ты говоришь? Да, я уже 160 тысяч долларов на руках имею. И 600 очков на защиту. Так, то тут следующий подъем. 1600, нам придется, наверное, завтра, ну, в следующий день базу переносить. Я где 400 открыл еще одну, один сектор. Может, дать, я возвращаюсь уже, надо, наверное, возвращаться. Давай, давай, давай. Так, еще гараж отлутаю, возвращаюсь. Сюда. А ты помнишь, куда идти? Да, да, да. Я боковые проходы пока не открывал, поэтому помню. Ошибиться невозможно. На данный момент у меня закрыты проходы боковые. Так, сейчас по-любому должен же вот-вот-вот быть калаш. Что за, блин, бред? Где наш калашик? А ты, да, много поставил баррикад себе? У меня там три в одном месте. У меня три пока. Тут тоже три стоят в одном месте. Три. Я поставлю еще одну, всякие пожарные. Ладно, не закрываю тебе проходы. Ну что, дефаемся дальше. Сколько патриков у тебя есть? У меня 120, я думаю, хватит на ночь. Окей. На 10 тысяч долларов, чувак. Да, у меня 196. Ну, у меня тоже 189, ты на то пошел. О, у меня босс. У меня тоже один. Блин, да вы достали, чего такая орда-то приходит? Откуда у вас так еще много? Еще один босс. У меня еще один босс пришел. Боже, они обходят! Смотри, вы реально, блин, бешеные. Опа, у меня какой-то бешеный пришел, черный. Пошли лутаться. О, стоп, стоп, стоп. У тебя толпа целая. Я вижу. Что? Погнали, куда идем, в какую сторону? Не знаю, где мы еще не были. Ну я знаю, где еще не долутался. Давай в раз. Блин! Ты умер? Нет, меня что-то взорвало, я так и не понял, что. Баллон, по идее. Так, чувак, куда быстро идем? В любую сторону, где еще не был. Давай, в любую сторону, потом вернемся. В разные стороны расходимся, чтобы быстрее лутать можно было. Калаш! Я купил калаш. О! Хорош. Другое дело. Калашмак. Сейчас, блин, этих зомбарей, блин, в говняру. Сотрём. Ну ладно, я второй переулок, я наверх иду, второй переулок боковой прочекаю сейчас. Да, ну калаш собака, в чем минус, он, блин, 80 тысяч долларов стоит. Я к тому веду, что... О, это надо открыть. Так. Знаешь, мне кажется, надо прозрачность наложить на здание, когда заходишь под здание. Да-да, есть, типа, есть такая тема. Надо прозрачность на здание наложить, чтобы персонажа было видно. Я реально QE этими вращаю, но оно не всегда удобно. Так, надо, наверное, возвращать сейчас будет. Ой, блин, а я запутался, я где-то в шопе какой-то. Блин, значит, ничего нету. Я нашел большой детский сад. Детский сад Бекхэма нашел. Блин, там можно было залутаться. Ох, Вован, походу, я бегу на базу. Сдохну. Я на базу бегу. Блин, тут дом можно лутать, видите, сколько тут... И вот тут можно лутаться, блин, это надо вообще реально это залутать надо. Правда, у меня две... Ладно, что-то я, блин, погорячился, надо быстрее на базу идти. Так, я тоже на базу, я, блин, чуть не успею, если такое. У нас калаши, если еще есть, я думаю, выживем. Жалко было потерять бы столько... денег, вот, я на базе. У меня сейчас тысяч на руках.
Боже. А у тебя зомби не рычат, когда ты вот, мертвый, когда лежат здесь? Да, я тоже не понял. Так, стоп. Надо баррикаду купить. Давай сюда ее поставим вот так. Так, я с калаша буду постреляю. Я тоже. А может лучше все-таки калашный. А ну? Там у нас денег дофига, мы можем патроны купить. Ни хрена себе, чувак, калаш валит. Вот это я понимаю, да. Да ни один зомби, блин. О, блин. Опа, меня попали плевуны. Ой, чувак! А может не так все и печально, ну хорошо, как я думал. Зомбаки, боссы прошли. У меня 3 босса пробили баррикаду уже первую. У меня уже одна баррикада осталась. Ты же жив еще? Так, забираем. Так, надо сейчас тут быстро поставить. Да елки. Так, быстро баррикады строим. Пошли. Дальше. На вырынке лутать, Аван. Да-да-да, я понимаю. Значит, зона дурацкая на самом деле. То, что нам нужно где-то сбоку делать базу. Мы очень долго бежим. Убегаем, надо базу переносить. Все, вот так и сделал. Я эту, я тут базу подчинил свою чуть-чуть. Бегу теперь. Не знаю, где я еще не лутался. Иду сейчас залутаюсь. Так, но честно говоря, я тебе скажу, что в принципе не все так радужно. По этим. Согласен. Ну, по патрикам. 80 тысяч калаш стоит, а я за ночь отстрелял половину обоймы. Ну, половину. То есть 40 тысяч отстрелял. Если реально не лутаться за один день по 40 тысяч, не восстанавливать эти деньги, то это жопа будет. Потому что ты рано или поздно просядешь и... Короче, понимаешь, чем это закончится. Мне кажется, здесь 2 недели нужно прожить, мне так кажется. Думаешь? И что будет? Ну, смотри, мы не открыли только одно оружие в игре. То есть, по сути, мы одно оружие не открыли. И при этом мы прожили 9 дней. То есть, я думаю, там еще 3-4 дня и будет последнее оружие. Так, я возвращаюсь. Я нашел немного бабла. Да я не знаю, ли успею, конечно. Уже иду возвращаться. Так, это блин, ладно, дни нет, маленькие. И дни были чуть дольше, а там дни капец маленькие. У меня проблема, я могу, может быть, и не вернусь. Я тут зоны снизу-то открываю. А что перезарядка? Это знаешь, что после перезарядки... Она, походу, такой бонус дает, Соф, это не баг. У меня, допустим, калаш после перезарядки получает не 30 патронов, ну, после покупки калаша дополнительного, а 800. Ой, 800, в 2 раза, короче, больше. Что-то не туда говорю. Смотрю на цифру 800 и говорю 800. Так, я баррикаду строил. Давай, я сейчас тебе забегу. Я у себя там восстановил вначале. Боже, здесь тут столько кровищи. Тогда вот так поставим, чтобы я видел, что у тебя происходит и что у себя происходит. Так, у меня 3 баррикады. Да, у меня там 3 баррикады и колючки. А капец. А я вообще не знаю, как колючки работают, не работают, я даже не знаю, лестницы. Они, походу, их дамажат, но... Так, надо, блин, экономить пули. Жесть, такая перестрелка. Ну, он на плевунов убивает, они самые опасные. Я у себя положил всех. А, ё-моё, плевун попадает. Вижу. Так, у меня там толпа, стой. Надо остановить. Всё? Всё. У меня еще есть пару. Друзьяшек. Добегают последние. Всё, день. Так, нам, чувак, нам нужно что-то выдумывать. У нас зоны тут уже некуда лутать. Убежать. Ну, я знаю, где ещё есть. Я знаю, где еще можно лутать. Я пошел. А что звук этот орёт? Мы же закончили. Ночь якобы багает. А может, это вечная ночь? Может быть. Или это Бахмут спанули? Не, кого-то не убили. Бахмут спанули. Вот, так это хорошо, я пошел лутать. Я да, уже они базу нам далеко развалят, просто пока мы будем лутать. Мы реально кого-то не убили. Я открыл новую зону. Ну пофиг, лутаем тогда, пофиг. Так, тебя бустись так. Сирена закончилась.
Дай, десятый. 5000 долларов. А не, день! Половину дня прошло! Половину дня прошло! Возвращаемся! Не-не, еще рано. Зачем, зачем сейчас? Вечером, я далеко ушел, я все время это бежал. А, тогда значит, в спринте. А у меня спринт закончился. Блин, все, чувак, денег больше негде брать. У меня еще есть на один калаш купить. Ну, у меня на два калаша. А, ладно, я труп, походу. Почему? Я ставлю здесь оборону. А, я не успею, три палочки, я заблудился. Я вверх пошел очень далеко. Пец, походу. Да, я походу сдохну. 11-й день. Две недели, говоришь? Ну, думаешь, 14 дней надо продержаться? Нам еще 3 дня есть. Думаю, да. Короче, я труп. Парни. А как я выйду? Я что-то фигню сделал, ладно. Я что-то... Они пробьют. Я себе сделал баррикаду по круговую. Я просто вложился мешками по центру дороги. Блин, мне кажется, будет сейчас не очень прикольно с двух флангов обороняться. Ладно. А, я что знал, я бежал все это время, бежал. Я, по сути... А что не начинается ночь? Не знаю. Что-то время суток сбилось. Ты чё? Я кого-то слышу, зомбаря где-то. Сейчас, значит, сейчас полночи пройдет. Сейчас пойдет полночи, спорим? Посмотрим сейчас. Зомбики! Вы где? Мне лучше не выходить, ну нафиг. Это реально стрёмно. Сейчас оно, блин, пролагает. А может, что мы в разных секторах оно, типа, затупило? Не, ну что да, затупило. О, ночь началась, ночь началась. Я вижу, да. О боже! У меня никого нет. А, все, я труп. Съели? Нет, меня чуть не заплевали. Да какого лешего перезарядка двойная? Да вы чё? Я ж перезаряжался. Так, у меня пока все четко. А! Эй, ну это нечестно! Меня убили. Чувак, у меня тут трындец, что происходит, они с двух сторон прессуют меня. А еще в чем проблема? Меня убили через баррикады на дистанции. Я стоял за баррикадами, меня просто убили за дистанцией. Чувак с баллоном. Обидно, что я калаш потерял, и деньги, и баррикады. Думаешь, калаш потерял? Так. Да, уверен. Все, полдня прошло, да вы чё? Это и есть хардкор? Да, у меня нет этого. Так, ну мне на ночь еще одну хватит и... А гранаты, может... У меня калаша нет. Купи гранаты себе, они по 5000 стоят. Купи гранаты, они эффективные. Реально, купи гранат. А чё, уже все, мне так тебе бежать, что ли, опять? Ладно. Беги, да, я возвращаюсь тоже, я пошел, хотел что-то залутать, нифига я не залутаю, надо бежать, полдня прошло. Пипец, я не знаю, что там... О, зомби бегут, вы чё? Еще 2 дня, давай продержимся. Блин, у меня еще на один калаш только хватит бабла, пипец. Если бы знал, к тебе добежать, проблема в том, что я к тебе добежать. Я ушел слишком далеко, надо базу нас смещать. А что за стрельба была? Это я стрелял. Так, я опять здесь, но у меня с одной стороны баррикада хорошая, с твоей стороны. А мне кажется, тоже. Это подбагало, типа это. Ну, честно, у нас на время еще есть, я иду вниз. А ты найдешь меня, надеюсь? Может, пострелять чуть-чуть? Да, да. Так, я лучше стамину поэкономлю, чтобы ночью бежать. Разработчик, наверное, думал, что никто не выживет больше 10 дней. Там уже, типа, там никто не доживет. Мы сейчас месяц будем жить. Так, ну хотя я почти дома. По факту я не думаю, что мы протянем еще долго. Еще 2 дня максимум. Я просто смотрю по своим деньгам и смотрю по шестеренке, ладно, их еще хватит. Но просто если пули кончатся, что ты сделаешь? Ты ничего не сделаешь. Ну, у меня нет причин. Блин, я слил 300 этих шестеренок и калаш слил. Опа, что это последнее? Огненная ловушка. Давай я огненную ловушку куплю.
6, поставлю у тебя ее. Ага, что-то мне не нравится ответ. Это баллон, я так понял. Все, началось. Ага. Все, я тебе поставил там колючки, через них проходить можно. Ну так, я пистолет здесь... такой имею. Ну хорошо, у меня здесь просто, я тебе что поставил, потому что у меня здесь более-менее еще. У меня они только пробили одну баррикаду, но в принципе не критично. Я бы тоже отбафался, я умер. Во, нифига себе, она тупо просто огнем начала поливать в лицо. Блин, а! Давай, может... Плевун! Боже, что у меня тут происходит? Вова, плевун! Вова! Идут! Стреляйте, меня пробили, мою почти пробили. Я понял, а пытались задефать их. Я задефал свою. Стоп. А еще один. Так, чувак, надо сейчас, я сейчас деньги, у тебя, блин, ты в шестеренке, да, просрал? Это хреново. Да, я построил баррикаду шестеренок, во-первых, что обидно, это типа я потратил там шестеренок, наверное, 300. А второе, что обидно, я еще 300 не потратил и потерял, полдня опять прошло. Иди лутайся опять. Хоть где-то, я пока буду, я ловушка, огненная ловушка взорвалась или еще есть? Она да. Типа огонь пустила в лицо, ему исчезла, ну такая себе штука. И... Как нам на базу, наверное, переносить, потому что, ну, хрен, нечем сейчас переносить. Всё, чувак, у нас вообще ничего нечего ставить, чтобы ты понимал. Короче, я скажу так, что на будущее надо базу переносить. На базу надо будущее переносить, на будущее надо переносить, потому что это... Ну, это гон, чувак, далеко очень бегать, мы ничего не лутаем днем из-за того, что базу не перемещаем. Так, я поставил тут две ловушки. Ну, баррикады, тебе сейчас поставлю еще тут пару баррикад. Давай так, чтобы пройти можно было вот так. Я территорию новую открываю, короче, все равно посмотрим, может нам просто поставить все территории и выиграем. Может. Все четыре, ну да, ты всего лишь один. Одна ловушка. Так, раз, два. Я твою сторону закрыл. Твою я с помощью калаша удержу. Только у меня калаш. Блин, вы чё? Такое? Да блин, зомбак, блин, баррикаду мою рушит. Тварь. Ни хрена тут уже непонятно. Все в крови, просто кровь вообще тут залила просто все. Нафиг отсюда зомби. Блин, я ничего вообще не понимаю. Да. Что здесь происходит? Так, купим давай для калаша еще. На девятый день калаш открывается. Сколько? Мне на два дня калаша еще хватит. Пехотные мины последние. Мы все открыли, Аван. Пехотные мины последние были. А они появляются? Было же всего 4 иконки. Не было. Я еще говорил, что одно оружие. Да. Пехотные мины. Нет! Ты добежал? Нет, не говорю, я не знаю, куда бежать. Чувак, давай сюда. Как у тебя там дела? Я близко уже около базы. Да блин, перезаряжай. Ёшкин да баёшкин. Зашёл? А, нет! Меня убило. Да блин, я не вижу зомби там. Там не было зомби, я пошел и сдох, потому что там зомби были, а их не видно. Твою мать. Из этого киселя не видно было, что там зомби. Капец, а калаш опять слил. Да свалить зомби. Что? Блин. Видишь, там ничего не видно, там я вот захожу и ничего не вижу, там какой-то кисель просто самое. Происходит. Меня... Не понятно, есть зомбак, нет зомбака. Я зашел, и там был зомбак, он меня загрыз просто. А! Ты взорвалась? Меня это убило. Зомбак. А, блин! Пошел нахрен. Так, все, у меня денег нету вообще, надо срочно лутаться. А я умер, кстати, вот видишь, я валяюсь. Я тебя поднять не могу, что ли? О, да, и какие-то задефы, у меня 45 патриков, денег нету, ни хрена нету. Теорию базу смещать надо, нельзя оставаться на одной точке. А все, у меня 8 шестеренок, что мы смещаем? Не, я понимаю, но я говорю, что мы неправильно начали играть. Нам нужно, нельзя никогда оставаться на одной точке, надо было дальше идти и базу строить. Пока у меня было 800 ресов, а мы стояли ждали чего-то, надо было строить. Так, это 14-й день, кстати. Блин, мы, походу, его не переживем. Это да. Пипец, все.
Я отбегал, все открывал, я даже дальше там открыл, я даже там не долутал дальше. Эти. Ладно, я пофиг, умру так умру. Тоже все равно тупик. Терять. А может тут закрыться? Ах, хотя они, наверное, за зоны придут. Вероятнее всего, да. Не, ну все, я не жилец, 45 патриков калаша, это... Тут я, смотри, мои баррикады, где я сдох, можешь прямо идти, ты сейчас наткнешься на мои баррикады, которые они пробили. Прямо? Не, левее, чем, ну ладно. Левее? Да. Пока не Опа. Вижу. Камера на меня тебя переключилась. О, вот тут была битва, я вижу. Да, вижу твои баррикады. Началось, Аван. Вот, короче, меня убил чувак с баллоном, он то просто меня пробил через баррикады, и я сдох. Я должен был выживать, я перебил только зомби, и в итоге меня чувак с баллоном просто убил за секунду. Через баррикады. О, я ожил, Аван. Ну что делать мы будем-то? Ты ожил, это очень хорошо. У меня здесь пипец, чё... Беги! Иду за тобой. Чувак, они меня зажимают с всех сторон. Что это, смерть? Я отбегаю и стреляю. Ты мертвый? Нет, еще. Но буду сейчас. У меня пули в калаше закончились. Я с пистолета стреляю. Я думаю, я пытаюсь пережить эту ночь. Я тоже с пистолета пытаюсь. А может переживу, кстати, если отступать. А прямо, главное, чтобы со спины в спину. А, убежали. меня убили зомби. Плевуны, короче, надо первых плевунов убивать. И неровно бежать, надо мансить влево-вправо, чтобы плевуны не опали. У тебя много было зомбарей? Я перебил большую часть, там осталось зомбаков штук 10-15. Значит, все прибегут. Там плевун самый опасный. О, я выжил. Я перебил. А оно, походу, днем. Вов, тут ты... Это не перебил, это не бегут обратно. Там они днем, то есть типа это триггер днем срабатывает. У меня денег нет, чтобы пули купить, у меня пули заканчиваются. Ну-ка, 15-й день, нифига мы не выиграли. Нам надо куда-то дойти, я тебе говорю, разрад нам так сделал. Я же не сказал, что мы выиграли, я сказал, что наверное нужно пережить. Нет, я понял, я просто имею в виду, что видишь, ничего не происходит. Они идут за мной, это там не 15 их было. Спасайся, чувак. У меня все, я даже помочь не могу. У меня, блин, 12 пуль осталось. А что я могу сделать? Я могу купить пули на пистолет, но это будет стоить сколько? Хотя можно бегать по открытой территории выживать. Главное, плевунов просто убивать. Да. По прямой, да. Блин, я открываю все подряд, то, что могу. Может, это базу найдем. А на самом деле, если играть в кооперативе, когда где будет 3-4 человека, то по теории выиграть нафиг 5. Ну, то есть, типа, не проблема. Да, блин. В чем проблема, когда вас много? Вы все равно расцветитесь. Я что-то, я клад какой-то нашел, 5 секунд лутается. Тут, наверное, до хрена просто денег будет. 60 тысяч, да ладно. У меня 60 тысяч, блин, мне еще 12 калаш. Я на калаш, да? Блин, мне еще 11 тысяч, я калаш куплю. Сука, 11 косарей, где еще можно взять? Ну, дай где-нибудь еще. О, пожалуйста. Пожалуйста, дай денег, не шестеренки, денег. 11 тысяч, да ладно. Так, калаш. Есть, я купил калаш. Да ладно, мать. Моя женщина. Я еще этот день переживу. Я еще здесь переживу. Так. Я какой-то, блин, завод открыл. Тут лучше по дорогам, чувак, бегать. Амину держи. Ночь? Да. Я школу открыл, это школа. Оп! Чё, блин, твари? Опутали, у меня калаш, ё-моё! Блин, ни хрена не вижу. Не вижу, куда вообще отступаю. А, беги! Ну-ка, нет, не сюда! А, бляха, сколько вас! Я про тебя пехотные мины поставил! А! Куда вы бежите, твари? Твари! Противопехотные мины для вас. Чувак, у меня тут пипец, что творится, их очень много. А, отлично. Ну, я взорвался на противопехотной мине. Или они меня взорвали, я так и не понял. Они, походу, очень мощные, чувак. Противопехотные мины. Пап!
блин! Да ты достали, блин, меня поджигать, твари, сдох! Короче, приплюнули. Да я, блин! Ты зомби сзади был? Ты ой, я выжил. Я жил, да. Блин, мне 60 тысяч надо где-то блядь, найти. Противопехотные мины, я патроны халявные получаю. Противопехотные мины — это жесть. Не ставь их и не бейся около них. Почему они не взрываются? Что за бред? А-а-а! Да вы гоните! Меня сожрали. Чувак, это бред! Противопехотные мины работают куда-то только на меня, блин. Толпа зомби пробежала противопехотные мины, она не взорвалась. Я в итоге зажал сам себя. Так, ну чувак, я выжил. Я за 1300 открыл. Я куда-то в жопу ухожу. Очень далеко ушел. И за 2300 открыл зону, прикинь, за 2300. А зомби за тебя бежит, да. Раша, это Украина? Да хрен его знает, что где события происходят. На самом деле, визуально там это может Dead быть Russia почти называется. Любая страна СНГ. Игра называется Dead Russia. Да, Россия. Да, потому что называется... Ну, например, твоя родина. Ну, на английском Dead Russia. То есть, типа, вот, ну, как бы смотреть, когда вот микшер громкости мы звук скручивали, именно, по идее, события в России, потому что Dead Russia на английском. Блин, мне надо на коллаж денег собрать, сука, где бы? Там еще была за снизу. Я видел, я обхожу просто, я вижу. Золотая, мне денег, мне надо... Ну, я ночью, я как обычно ночью живу с пистолетиком. О, машины. Пожалуйста, дай... Три машины, да ладно. Стрелянки. 13? 4, там еще здание. Быстрее, мне коллаж... Тут 5, тут еще 2, тут 2, в здании 2, 2 штуки. Снизу еще здание есть одна. Блин, где? Вижу. 7 тысяч, пожалуйста, дай 7 тысяч. 4 только, 4. Блин, мне не хватает. Машина, вот, машина, пожалуйста. Машина. Еще там полиция, кстати. Есть, хватает. Там полиция, сейчас смотри. А, так, да, и... открывай, у тебя деньги есть. Опыт. А я жил вам ночь. Димон, а они специально, разраб специально сделал, надо идти по коридору. Эта зона открывается коридором, она как серпантин, знаешь? И нам надо открывать территорию и продвигаться. Вот в чем фишка. Как он сделал игру. Прикольно, кстати. Блин, ни хрена не вижу. Я тебе говорю, что задерживаться на одном месте нельзя. А я тебя слушаю, как ты их стреляешь. Да вас что так много? Сука! Ты мертв? Почти. Я слушаю, как ты стреляешься в городе. Калаша жестко лупишь. Беги, Вася, беги, бляха-муха. Почему у тебя пехотные мины не пашут? Ох, рвануло что-то. Блин, достали. Блин, тут тоже закрыто. Только я прям между ними промансил. Все? Ты жив? Да, я пережил. Лутай. Так, есть 9000 долларов. Блин, ты пошел нахрен отсюда. О, кстати, 2300, я еще зону открыл. Чувак, я походу сейчас тебе открою зону. Она походу, Дима, она открывается с определенными днями. Вот там, где была сейчас решетка, ее уже нету. Думаешь? Да, она скорее всего расширяется по мере того, как мы играем, ну, дни выживаем. Так, 3700. Сколько у меня? 42 тысячи. Блин, еще 30 тысяч надо где-то. Даже 38. Блин. На соп-то не так много, вообще фигово. 11 тысяч. Прикинь, мы в центр города идем. Не, игруха неплохая, кстати, ребята. Вот что не говорите. Для одного... Запомните, что один человек ее создал. Я 300 шестеренок, чувак, в здании нашел. Ты прикинь? Нифига себе. 300 штук, это жесть. О, Димон, привет! Привет! Я говорил, видишь, что стрелял. Я прошел. Видишь, я слышал, ты стрелял. Идем в бок, там я открою еще одну территорию. Идем сюда, тут прикольно бегать. Тут большая, прям, автобан типа идет. Короче, пехотные мины не покупай, они такие жесткие. Если покупаешь, то ставь где-то далеко, чтобы... Они очень хреново работают триггером, но если они сработают рядом с тобой, ты труп. Меня убило раз противопехотка. Я тут воевал, видишь, что происходит. Тут можно бегать, взад-вперед будем бегать здесь. Здесь по дороге прям вообще можно офигенно мансить. Только меня чуть не убили, кстати. Знаешь, как я выжил? О, машина. Знаешь, как я выжил реально? Я выжил только благодаря тому, что просто зомбари меня не укусили. Я через толпу зомбарей бежал. Тут не пройдем. Нет, открыть можно?
А, блин, все, опыта не хватит. Прямо. Тоже не хватит, вот человек, тупик. Не хватит опыта, лучше отходи отсюда. Все, будем бегать. Да, идем туда, чтоб. Тут мансить можно, тут можно по кругу, знаешь, ночь. По спирали. У меня патриков машину, мало. Кстати. У меня 100... А ты залутала, потому что калаш купишь патрон, у меня все равно до калаша еще 20. Блин, 3000 не хватает. Бегут сзади! Отступаем! Я вижу, у меня пистолет просто, он хреново работает. Опа, они с той закрытой зоны выбегают, это плевуны, все. Давай, давай, где там? Идет целая толпа, толпа целая идет. О, блин, отходи! Огнеметчик! Как этот чувак мне... А он своих поджигает! Ты видел? Он своих поджигает. Не обратил внимания. Но они не умирают, но они горят, типа, либо это может как усиление для них. Блин, слотники. А, так, меня убило с одного выстрела, и я резнулся. Ты жив. Отлично, на халявные патроны. Я деньги же потерял. А меня кислотники убивают. У меня было 50, а? Вот это что фигово, я почти калаш имел. А, блин! Сука. А, сдох? Нет! Нет, не сдох, но у меня... Я прям на огненных выбежал. Все, у меня пуль нету. Где они? А беги, ты дурак, ты в кого стреляешь? Я прям на этом, на трассе. У меня пуль вообще нигде нету. Чувак, у меня вообще ноль. Я бы мог помочь, просто не знаю, где ты. Где ты куда-то побежал? Я внизу по шоссейке бегаю. Я пьяла на пистолет покупаю. Да бляха-муха. Надо открывать тут зону. Так, я открываю зону до лутации. Ну, видно, что меня убили двойным плевком. Мгновенно. Так, 18-й день. Тут можно еще залутать. А тут что-то... Ай, жалко, что карты нету. Открываю еще одну зону. 78. У меня уже 800 шестеренок. Может, базу сделаем? Можешь спокойно себе сделать базу. Ну плевуны, опять же, они игнорят эти фигни. А большая проблема, знаешь, даже в чем не в плю. Отступай! Ты зомби? Да, да, да. Ой, блин. Я на ЗС-ке, кстати. Так, у меня 100 тысяч, я покупаю калаш. Это можно открыть? Можно, еще за 500 монет. Сейчас ночь скоро начнется, готовься. Блин, ой боже, я в какую-то жопу забежал, я отсюда потом выбегу? Это же самое. Ночь. Блин, я отсюда потом не выбегу. Ой-ой-ой. А! Вы уже бежите, дайте построить, твари, дайте построить. Оу! А чё я бежать не могу? Чувак, ты сюда не иди! Это тупое место! Я тебе сразу говорю, это тупое место, это смертельное место. Выходи на трассу выходим. Я калаш купил, потому что у меня все хорошо пока. О, блин, да ладно, вы... Вы такие дерзкие. Я огненные ловушки поставил. Огненная ловушка, видишь? Я их ставлю пока. Они снизу добегут откуда-то. А, блин! Уходи, уходи. Перезаряжди же, калаш! Твою мать! И стреляй, как заяц с лапой тарабаню по клавишам, чтобы стрелять. Да я видел. Я даже по чередям видно. Ой-ё-моё! Стой, большой, не бей меня. Так. Оп, опять меня убило с одного выстрела. Почему умираешь с одного выстрела, ты видел? С одного выстрела сдох. Не знаю. Ладно, патроны халявные. Блин. Я себя тешу тем, что я всегда получаю патроны халявные на пистолет. Да, а, значит фигово, это день, я ночью резнусь только. Так, я иду дальше там лутаться, сколько мы? 4800, блин, 24 тысячи долларов. 75 патриков на калаш. Следующую ночь с пистолетом придется выживать.
спрашивают, или есть вот ловушки. Есть ловушки. Есть, типа, огромные баллоны, на которые зомби агрятся, и когда они их, ну, дамажат, то они загораются. И есть еще противопехотные мины, последние. Но на самом деле противопехотные мины говнище, потому что очень плохо работают, детонируют. И плюс ко всему, вероятнее всего, они вас убьют. Я за 3000 открыл зону. Вы выжили? Вы выжили. Ты вышел. Хорош. Я... Это было последнее. Видишь, коридор? Оно, походу, генерится, этот коридор, мне кажется. Вы выжили. Я прошел. 19 дней. Да, мы прошли игру. Фу, блин. За 3 косаря открыл. Только я искал, куда же идти. Я уже вниз куда-то, видишь, проходил. Блин. Офигеть. Выжили. Ну, короче, что я скажу, неплохая игруха. В принципе, самое интересное, что разраб может ее еще сделать, типа, длиннее. Вот, сделать просто так, чтобы коридор был длиннее, все длиннее и длиннее. И зомбарей чуть больше, больше, там, на 5-6 зомбарей с каждой ночью, и все. И это будет, блин, просто топово. Надо фиксить баги, смотри, что баги есть. Ну да, он мне, я ему написал, что, говорю, я там напишу тебе фидбэк, то, что мы заметим на стриме, типа, в чем косяки. Вот косяки, что патрики докидываются, когда покупаешь оружие. Не, ну это может не косяк, это может быть фишка, потому что, заметьте, оно в два раза увеличивает для пистолета, для калаша, и они не знали, это не механика. Ну, такая, может быть. Механика. Ну я напишу, короче, ему потом. Так, окей, игруха называлась «Мертвая Родина», спасибо всем, кто пришел на стримчанский. Вот такая вот игра, в принципе. Ну, появится она завтра в сервисе Steam. Я не знаю, возможно, там раунды будут генериться. Хотя мы сегодня два раза начинали вот с Димоном игру, и у нас одинаковые территории были. То есть, возможно, просто генерация есть, зона, оно там типа собирается, как пазл, знаете. И ты ищешь, куда пройти. Возможно, она стандартная. Если стандартная, конечно, это печально. Можно будет тоже разрабу написать, ну, узнать. Если она стандартная, может, он какую-то генерацию сможет закинуть, чтобы было интересно. Разделить просто территории на сектора и сделать так, чтобы оно как мозаика, пазл. Ну, то генерилось, типа, рандомно собиралось, там, из 64 квадратов или там, ну, сколько это. И оно будет тогда интереснее. Не знаю, насколько это, конечно, сложно или легко реализовать, но, в принципе, предложить можно. А так, вот такая вот игра. Вот так вот мы ее прошли на 19-й день. Все, спасибо всем. Дальше будет следующий стрим, поэтому, кому интересно, оставайтесь на канале, не переключайтесь.